Всем привет, с вами Джамбо Макс, и это новый контент на моем канале. Спасибо, 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 спасибо. Оказывается, на просторах Microsoft Store обитает множество клевых, веселых, а самое главное, интересных и оригинальных инди-проектов, на которые многие почему-то не обращают внимания, а также называют их говном, если их вводят в подписку Xbox Game Pass или раздают по голду. Чё? Опять какую-то парашу раздали! Ой, блин. И поэтому я решил, что будет прикольно поднять интерес к инди-проектам на Xbox One при помощи летсплеев. Ведь инди-игры не должны играться всерьез. От них вы должны получать лишь удовольствие и хорошее времяпровождение. Первой игрой, в которую я поиграю, станет Human Fall Flat. Просьба поддержать меня лайками, я все-таки собрался летсплей писать, но мне нужна ваша поддержка. Да. Выбрал я эту игру по причине того, что она мне досталась бесплатно. Но в любом случае, если вас заинтересовала эта игра, вы сможете поиграть в нее через подписку Xbox Game Pass. Погнали! Нахуй ты, блядь, снимаешь, еблан? Блядь, Толик, еболик, первый день, блядь! Начало уже неплохое. Кстати, всегда нравилось у инди-игр, что у них интерактивные менюшки такие. Здесь можно настроить персонажа. Окей. Так, я хочу простым человечком. Нет, нет, нет. Нет. Итак, сойдет. Неплохо. Так, ЛТ. Ага. Почему он идет? А, вот, все, он не идет. Видимо, все, да? Ну, мы и без этого разберемся. Мы должны, видимо, открыть дверь. А, она открывается в одну сторону. Как он ходит? Я полагаю, здесь нужно нажать на две кнопки. Левый мы нажмем на верхнюю, а правый мы нажмем на нижнюю. Неплохо. Статуя, у которой нету. Слушай, мне нравится физика этой игры, серьезно. Она клевая. Что произошло, я не знаю. Давайте отодвинем вот эту штуку. Пусть она вон уедет. Так, берем две руки и начинаем двигать. Отлично. Блин, будто я сам двигаю, серьезно. Так, ну здесь походу такая же фигня. У меня один вопрос, может ее вообще сдвинуть? А, да. Ага. Нам нужно забраться вверх, поэтому мы подвинем сюда. Мы допрыгнем? Или нет? Ну, я думаю, мы допрыгнем, поэтому давайте попробуем. Так, в прыжке главное разбег. Поехали. Опа. Фух. Да, мы смогли. Нажимаем, идем дальше. А, давайте нормально двинем, вот, чисто отсюда. Стоп, стоп, стой. Стой, стой, ты куда? Куда, куда? Куда, 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 куда? Все, отлично, я думаю, это хватит. Так, здесь мы пройдем. Сейчас попытаемся прыгнуть на следующий вагон. Давай, борись! Он смог. Я не ожидал. Фу. Он так еще придержался ручкой. Теперь у нас такая серьезная задача. Знаете, он будто на прогулку с ящиком вышел. Кладем. Передвигаем вот так вот. И присасываемся. Что будет, если рукой задержаться за эту... Его прищемило! Прищемило! Борис! Что делать? Что ему делать? Дотянись до той кнопки, прошу. Все, заживал руку. Сейчас мы попробуем дотянуться. Давай, парить. Что с рукой? Почему? Она застряла в текстуре, что ли? Или я не понимаю? Пробуем нажать еще раз. Может, она отвиснет? Вырывайся!
Ну. Неплохо. Ой, мама! Джон! Нет! Такое ощущение, как будто жирный парень пытается заниматься паркуром. Паркур, паркур, новое движение, путь самовыражения, молодежное течение, достойно уважения. Делай то, что хочешь, будь самим собой, в мир уличного спорта окунись головой. Пробуем. Руки. Ну, сможешь ведь. Ладно, пробуем раскачаться. Почти. Пробуем еще. Давай. О, вот он. И что это за поплавок? Мама, я пришел. Эй, Тимошка в воде! Эй, начинай так! Эй! Типа психанул. Берем руки и пытаемся за шар зацепиться. Да вот, нет, все, будем раскачиваться. Вот он, русский ниндзя. Сейчас мы проломим вот ту вот стену, я думаю. Я не сомневался. Но сомневается, что я допрыгну. Или допрыгну. Да, была, не была. Нет, лучше бы я дождался. Так, что это за штуковина? И почему она не убирается? Одной рукой цепляемся, другой типа цепляемся. Почему на коленках, не понимаю? Просто ляг. Нет, что-то надо придумать. Вот нам для чего она нужна. Я думал, ее просто надо куда-то ставить. И попробуем зацепиться как можно выше. Угу. Ну, иногда такой дебил, вот что ты сделал? Надо как-то выбираться с этой задницы. Господи, как это сложно. Ну, в принципе. И к чему я пришел? Ладно, сейчас попробуем. Да. Фух, это было сложно. Блять. Ну, неплохо. Кстати, странно, может быть, вот эту хрень надо было просто убрать? Фух, блин, чуть не упал. Все было гораздо проще, походу. Ну-ка. Блять. Но... Ну, хоть на шаре покатался. Я ведь правильно, да, лезу? Надеюсь, да. Да слушай, ты почти вышел, что за фигня? Ты не стыдит, передряг выходил, а? Вот личинку ты бестолковый, а? Ты прыгнул и залез. Все. Ёп! Блять! Да. А сейчас нам что надо делать? Блин, оно чуть... Оно меня чуть... Да, вот как вниз руку? Вот так и... Нет, надо заново. Сейчас сденем, чтобы... Во, идеально, по-моему. И зачем я это сделал? Так, но нам нужно туда. А, нужно сломать. Понятно. Да. Вот это, конечно, было круто. Я сломал. Блин, а как достать теперь эту хрень? Поднять как мостик. Блять. Нет, я рукожоп что-то. Тащи. Все, мы вытащили ее, отлично. Теперь вопрос. Все, нет вопросов.
Угу. Ой, ты моя радость. Ой, красавец. Вот она. Сейчас я раскачаюсь. Ну чё, народ, погнали нахуй! Ёбаный в рот! На этом у меня все. Я надеюсь, вам понравилось видео или оно хоть как-нибудь подняло вам настроение. Если это реально так и вы хотите, чтобы я продолжал снимать летсплеи, то поддержите меня лайком и подпиской на канал. Также не забывай отмечать смешные моменты ролика, скидывать его друзьям, а также писать свои комментарии по поводу этого видео. Самые смешные и оригинальные комментарии попадут в следующий летсплей. Если это видео наберет 500 лайков, то я выпущу вторую серию летсплея Human Fell Flat. Только во второй серии мы будем играть с кем-нибудь вдвоем. Спасибо за просмотр, до новых встреч!